Первая рыбка чупой попалась к нам. Да. Ну, она мелкая. Будем надеяться, что придет крупнее. Ну, я не ошибусь, наверное, если скажу, что приезжают все на Волгу, на Нижнюю Волгу. Процентов, наверное, 70, чтобы поймать, наверное, леща, вовулу, подлещика, тараньку. Почему? Потому что, ну, многие любят простой способ рыбалки. Во-первых, она очень доступна. То есть ему достаточно маленькой резиновой лодочки, чтобы отплыть, закинуть снасти и ловить рыбку эту. Лечь, вобла, сами знаете, что такое, с пивом или просто посолиться. И вот много охотников приезжает сюда, потому что здесь очень много этой рыбы. Большая кормовая база, тепло. И рыбы здесь очень много водится этой. И поэтому многие сюда едут именно вот половить леща, воблу, тараньку. Ловля на кольцо или по-другому ловля на шайбу – способ широко распространенный и очень популярный, особенно на Волге и впадающих в нее реках. Ловля на кольцо, к тому же, в отличие от других методов, очень добычливый способ. Если вы ловите на фидер с кормушкой, вы можете за рыбалку ничего так и не поймать. На кольцо же всегда будете с уловом. Во всяком случае, даже если не поймаете хорошего леща, то хотя бы пяток подлещиков вам будет обеспечен точно. Ловля на кольцо требует достаточно громоздкой экипировки. Прежде всего потребуется лодка. Некоторые рыболовы предпочитают резиновую, она меньше гремит, а это очень важно, поскольку все действие происходит прямо у вас под лодкой, и лишний шум тут совсем ни к чему. Хотя, конечно, в алюминиевой или пластиковой лодке ловить комфортнее. Немаловажная вещь – это два якоря. Они должны быть достаточно надежны, для того, чтобы держать лодку на течении, привязанную поперек реки к растянутой на этих якорях веревке. Но если нет двух якорей, вполне сойдет и один. Если течения нет, то крючки будут путаться, и, в общем-то, рыбалка не состоится. Одна из бед бывает на Волге, надо хорошо заякориться. Почему? Потому что, если ты плохо заякорился, надо будет по новой якориться. Для этого надо будет вынимать приманку, а каша вымывается. Каша – основная прикормка для рыбы при ловле на кольцо. Ее рыболовы варят заранее. Есть множество рецептов приготовления. Варится каша. Сейчас она здесь немножко уже, будем говорить, продается. Такая же с горохом, овсянкой, добавки всякие соевые. А так по простоте можно сварить просто пшеной каши, добавить туда жмыха. Потом эта каша набивается в сеточку в такую, ложится грузило в нее. Вот. Ее же опускается в воду на толстой леске. Наша кормушка для ловли на кольцо – это обычный сетчатый мешок из-под овощей. Размер ячейки должен быть такой, чтобы корм не вымывало течением в первые же минуты – примерно 5 на 5 миллиметров. На дно мешка кормушки кладется груз. Это может быть кусок железа или свинца, достаточно тяжелый, чтобы удерживать кормушку на течении – примерно около килограмма. Далее в кормушку закладывают прикормку, состав которой у каждого рыболова разный. Но главное, чтобы в прикормке были и крупные частицы, типа перловки или кукурузы, и средние, крупа помельче, и что-то для ароматной мути, типа манки. К мешку привязывается затягивающимся узлом толстая леска, миллиметровая, к примеру. Достаточно толстая, чтобы поднимать и опускать кормушку с прикормкой и грузом. Леска привязывается к борту лодки в натянутом состоянии, так, чтобы горло мешка висело в толще воды, а низ с грузом и прикормкой лежал на дне. Немножечко встряхнем ее, чтобы образовалась дорожка, то есть постукаем по дну. Для того, чтобы подошла рыба, то есть она должна собираться в кормушке. Здесь ее называют калинкой. Вот такая же. Вот она, калиночка. Чуть покрупнее.
Что же представляет из себя снасть для ловли на кольцо? Прежде всего, это короткое типа зимнего – удилище, длиной не более 70 сантиметров. Катушка подойдет любая. Ну, удочка самая обыкновенная, стоит невская катушка, основная леска 0,5-0,45, для того, чтобы не путалось. И на поводки тоже, чтобы не скручивались, лесочка 0,25-0,3. Лески много не требуется, метров 15 на катушке достаточно. На этой леске и находится кольцо, от которого произошло название снасти. Кольцо – это кусок свинца, круглый в сечении и загнутый в виде кольца. Концы срезаны под углом 45 градусов. И когда кольцо свернуто, концы прилегают друг к другу и замыкают его. На противоположной от этого стыка стороне кольцо имеет отверстие 2-3 мм в диаметре. И в это отверстие пропускается леска. На ее конце заводное колечко, к которому привязан другой кусок лески, от которой идут уже поводки с крючками. Вот кольцо, вот основная леска пропущена. Вот она у нас снимается так и устанавливается как бы на кормушку. Все. То есть крючки уже ложатся строго по следу каши. Они попадают как раз на прикормку. И рыба начинает активно клевать. Кольцо с основной леской надевается через стык на толстую леску от кормушки и опускается на глубину. Когда кольцо доходит до кормушки, оно останавливается, а леску с крючками вы можете опускать дальше. К основной леске, вот у меня привязано через карабин поводок. Поводок, леска ориентировочно 0,3-0,25. Для чего такая леска, в общем-то, толстая? Ну, довольно-таки. Для того, чтобы поводок просто не скручивался и не запутывался. Расстояние между крючками, ну, порядка 50 сантиметров. При ловле на кольцо крючки применяют одинарные, обязательно с длинным цевьем, для того, чтобы легче было доставать из рыбы. А вообще размер крючка зависит от того, рыбу каких размеров собираешься ловить. Рыба серьезнее пошла, рыбешка. Калиночка прям достойная. А то нет. Только кинь, пожалуйста. В качестве приманки на крючки подойдут черви или кукуруза. Червя насаживают, прокалывая его в нескольких местах, чтобы мелкая рыбка его сразу не сшибла. Можно насадить одного, а можно и целый пучок. Есть. Надо среагировать на момент поклевки и вовремя успеть подсечь рыбу. Смотрю на кивок, смотрю, как он реагирует. То есть и колокольчик озвучивает, еще плюс все эти поклевки. Ну, крупная рыба, конечно, поклевка мощнее всегда. А мелочь, вот она теребит. Все. А, две, просто две. Где ловить? В наше время найти ответ на этот вопрос у рыболова не составит особого труда. Каждый ловит по-разному. Сейчас гораздо проще стало с этим. Когда есть эхолот, в принципе, высматривается, где больше рыбы, скопление рыбы. Там люди якорятся, и там ловятся. Ну, а так, желательно, чтобы это было от 7 до 10 метров. То есть не мелко, не слишком глубоко, чтобы побыстрее вытаскивать. При ловле на кольцо важно, чтобы рыба сама нашла вас по кормовому следу. Поэтому, прежде всего, когда выбираете точку, помните, что место ловли должно быть метров на 10-15 выше предполагаемого места скопления рыбы. Это может быть яма или изгиб берега с обратным течением. На Нижней Волге, в угодьях рыболовно-охотничьего клуба «Авалон», таких мест предостаточно. Лещ, подлещик, калинка здесь очень такая жирная. Тарашка попадает. Вобла местные попадаются в этих рыбах. Это не та каспийская вобла, а местная. Она чуть отличается, но такая вкусная рыба. Мелкая.
мелкая калинка не дает клевать крупному лещу. А вот и долгожданный лещ. Это самый главный и важный представитель рода карповых. Отличаются они более или менее сжатым телом, очень высоким и вместе узким спинным плавником. Лещи достигают очень значительной величины, и это в связи с их необыкновенной многочисленностью дает им едва ли не самое важное место в ряду прочих карповых рыб. Обыкновенно в длину лещ достигает 30-45 сантиметров и весит до 4-5 килограммов. Но изредка попадаются и гиганты до 10 килограммов весом. Это стайная рыба. Если лещей не беспокоит, они живут очень долго на одном месте. Лещ может брать и утром, и вечером, и в полдень, и среди ночи. Время клева его зависит от местных условий, большей или меньшей осторожности рыбы и от того, как ее приучили являться на прикормленное место. Вообще очень на Волге хороший лещ. Бывают большие, я сам лично ловил там по 3-3,5 килограмма и штук по 10 попадалось таких, по 2-1,5 килограмма. Очень большой здесь лещ, очень жирный, вкусный очень. Поэтому очень много людей занимается этой рыбалкой здесь, на Волге. И за это проезжают по 1000-1500 километров. Чтобы поймать леща, волжского, тарашку, воблу. В основном это происходит, и приезжает за воблу, это весной, а осень это лещ. Почему? Потому что в июле, допустим, здесь очень жарко, и довести рыбу просто практически невозможно. Поэтому люди, которые занимаются этой ловлей, в основном ездят весной и осенью.